Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и вышла сегодня iOS 13.4 Beta 5. Что же нового в этой версии? Нового ничего не завезли, пофиксили баги, был баг какой? То есть при разблокировке экрана, когда я его блокирую опять на разблокировку, я нажимаю через Assistive Touch дважды на него, и у меня тогда разблокируется телефон, появляется экран разблокировки цифренный, имеется в виду. Вот. И этот глюк бывает, только после перезагрузки оно работает. Так он не разблокируется, я его вызываю там через меню SOS, либо же через приложение Siri, какое-либо приложение открыть. Тогда предлагают код активации. Это первый баг. Другой баг у меня был связан с тем, что вылетало приложение, либо не загружалось, это Instagram и InShot. Сейчас же с этим все нормально. С другими багами я не встречался. То есть все так же ровненько, красиво заходит. Никаких нареканий я не видел. Что хочется сказать. Я не знаю, нужно ли мне записывать тесты, именно скорость работы открытия-закрытия приложений, или мы проще с вами будем проверять всего лишь на одном приложении. Это когда мы перейдем в настройки аккумулятор. Вот перейдя в аккумулятор, когда подгрузится меню, то есть о батарее, не состояние аккумулятора, вот здесь это меню со всеми приложениями, активностью. Вот видите, есть подтормаживание. Если это подтормаживание останется, но сами понимаете, система еще глючная, она нестабильная. То есть чему тут подглючивать, сами подумайте. Есть просто какая-то информация о батарее, о приложениях, сколько мы находились в тех или иных приложениях по времени и какой процент потребляемости энергии. Понимаете? Вот о чем идет речь. Чему тут глючить по факту? То есть система еще глючная. Как только система растормозится, здесь меню уже будет нормально реагировать. То есть состояние аккумулятора у меня все так же осталось 85%. Никаких нареканий здесь нет по батарейке. Она как держала, так и держит с релизных версий уже после 13.3.1 или 2. Вот, все так же работает, ничего ни меньше, ни больше не прибавилось, активность все та же. Что хочется еще сказать. Скорость Haptic Touch также нормально работает, по отзывчивости все классно, приложение все так же быстренько открывается. Вот, на примере Safari можно посмотреть, все странички быстренько подгружаются. Вот, там взять Facebook, быстренько тын-тын-тын, приложение сейчас предложит, суть. Быстренько все прогружается, никаких нареканий нет. Также я вам хочу очень классную тему порекомендовать, где можно зарабатывать деньги, инвестировать в проект. Классная ювелирная компания действует в России, в Казахстане, в Украине, выходит еще на другие страны. Послушайте, оцените. B2B Jewelry – это ювелирная компания, которая предоставляет нам возможность вложить депозит на серебро и золото 338% годовых, 8% в неделю. Переходите на сайт, либо по ссылке в описании, заполняйте все ваши данные, пароль, ID менеджера, номер телефона. Затем переходите уже на свой сайт в личный кабинет, заполняйте все оставшиеся данные, крепите карту, переходите в магазин, покупайте сертификат, и вы есть счастливым клиентом компании B2B Delivery. Живите в достатке. Ну так вот. Что сказано, здесь нового ничего такого не подвезли, фиксят баги, те, которые у меня были, может, у вас какие-то баги были, напишите мне, это очень важно, какая у вас версия iOS. И опять же напоминаю, нужно ли мне записывать скорость работы открытия, закрытия приложений, потому что это действительно занимает какое-то время. Если нет, давайте мы с вами определимся на каких-то обычных приложениях, парочку, там вот, допустим, как на батарее мы с вами тестировали. И может что-то еще вас интересует, напишите, пожалуйста, мне это важно. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с вашими друзьями и знакомыми. Всем пока!